Ребятушки, всем привет! Вы на канале Алекс Той Шоу. Большой эвакуатор только что привез нам этих скричеров. Вы помните, кто такие скричеры? Конечно же помните, ведь у нас уже были распаковки крутых скричеров, и они вам безумно понравились. Представляю вам, это скричеры со второго сезона, и мы их сейчас распакуем и посмотрим поближе. И начнем мы с самых маленьких скричеров. Это вот такой вот Growl и Harvest. Итак, у нас скричер Growl. У него два трансформационных диска синего цвета, как и он сам. Скричер Growl обладает навыком прекрасного полета. Так, давайте его откроем. Скричер Growl трансформируется в крутого зверя. Напоминаю, кто не помнит, скричеры – это машинки-трансформеры, которые каждый трансформируется в своего героя. Вот так вот выглядят трансформационные диски. В отличие от первого сезона, они полностью плоские. На обратной стороне диска есть QR-код, по которому вы сможете посмотреть информацию про каждого скричера. А теперь попробуем, на что он способен. Вау! Вы это видели? Если вам понравились наши скричеры, то ссылочка, где их можно купить, есть в описании. А теперь пришло время Харвесту. Харвест – это сверхбыстрый и самоуверенный скричер. Любит похвастаться и показать соперникам, что он лучше из лучших. Давайте его откроем. У него зеленые трансформационные диски. Выглядит он очень похоже на Growl'а. Вот так Harvest выглядит в сложенном виде. И немножко похож на носорога. Вау, Harvest трансформировался и отбросил свой диск. А теперь пришло время Титана. Это Цербер. Если кто не знал, то Цербер, согласно древнегреческой мифологии, легендарный хранитель подземного мира. Цербер состоит из двух частей. И сейчас мы детальнее посмотрим, на что он способен. Также у него есть целых три трансформационные диска. Цербер – это турбо-скричер, и он трансформируется в двухголового пса. Что, Цербер? Проверим, на что ты способен. Да, действительно, красная собачка. Кстати, Цербера можно трансформировать как маленького скричера. А теперь время пришло к огромному скричеру Хантер. Хантер – великий и бесстрашный скричер. Обладает огромной силой воли и боевым духом. Ну что, откроем его и посмотрим, что это за зверь. Вот так вот выглядит Хантер. У него целых 4 трансформационных диска. И, кстати, Хантер – это скричер Дрифт. Трансформируется в крутого дракона. Вау, ребята, вы это видели? На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылочка, где можно купить скричеров, есть в описании. Всем пока!
Ребята, все уезжайте из города. В город идет сиреноголовый. Ты чего стоишь? Срочно уезжай! Сиреноголовый уже в городе. Всем привет! Ну и где тут ваш сиреноголовый? Сейчас мы ему покажем. Кто тут говорил про сиреноголового? Тут никого нет. Город в безопасности. Ну и куда же он делся? Вы ведь тоже его видели? Ну, будем считать, что нам очень повезло. Всем привет! Ну и где тут ваш сиреноголовый? Сейчас мы ему покажем. Ну и куда же он делся? Вы ведь тоже его видели? Ну, будем считать, что нам очень повезло. Ты на всякий случай останься. Вдруг сиреноголовый вернется. Задержишь его и доставишь к нам в участок. Удачи тебе! Я поехал. Если что, вызывай. Слава богу, этот ужас закончился, и мы снова возвращаемся в город. Машинки, все за мной! Это сиреноголовый! Спасайся, кто может!
Так не пойдет. Это наш город. Я не боюсь сиреноголового. Сейчас позвоню своему другу на гигантском мусоровозе. Вот он нам и поможет. Я уже тут, сиреноголовый. Бойся меня. Спасибо тебе, дружище. Без тебя я бы не знаю, что и делал. Не за что. Мы же друзья. Я всегда приду к тебе на помощь. А теперь мне пора. Привет, ребята! Полицейская машина стоит без присмотра, а полицейские спят. Сейчас мы весело проведем время, а вы следите, чтобы полицейские не проснулись. У нас все получилось! Теперь как ее нужно завести? О, нет, я случайно включил сирену. Сейчас всех разбудим. Не спать! Полицейскую машину кто-то угоняет. Стой! Ты зачем это делаешь? Мне нужен ваш транспорт. Я конфискую его. Теперь я тебя точно догоню. Вот колымага, ты можешь побыстрее. Даже не пытайтесь, вы меня никогда не догоните. Ребята, полиции всегда нужно помогать.
Ну вот, ты и попался. Сержант, не спать! Эй, просыпайся, у нас новый вызов. Машина попала в ДТП. Скорая застряла в слайме. Мы не можем добраться на место ДТП. Нам нужна помощь. Скорая помощь застряла в слайме. Нужно побыстрее ей помочь. Ребята, помогите мне. Как мне помочь скорой помощи? Попробую подтолкнуть ее сзади. Ничего не получается. Нужно взять разгон побольше. Спасибо полиции, что нам помогла. Быстро грузим пострадавшего на каталку и едем в больницу.
Эй, ты чего встал? Быстро уступи дорогу. Сдавайся, ты нарушил правила дорожного движения и арестован. Как раз я так взял и сдался. Поймай меня сначала. Пока. Я один без помощи нарушителя не смогу поймать. Нужно искать помощь. Привет, дружище автобус. Нужна твоя помощь. В одиночке не могу поймать нарушителя. Помоги, пожалуйста. Привет, дружище. Давненько тебя не видел. Если тебе нужна помощь, тогда я быстро выезжаю. Друзья должны помогать друг другу. Дружище, я уже на месте. Можно начинать операцию. Теперь ты от меня никуда не уйдешь. Наконец-то ты попался.